И всем привет, с вами Александр Набасов, и в данном видеоролике сегодня я буду разыгрывать набор градиент в Counter-Strike Global Offensive. И вы сейчас спросите, почему сейчас 1 ноября, и я хожу сейчас в кепке и с рюкзаком в футболке. И я вам не отвечу на этот вопрос, потому что вы все сами знаете. И я только что вернулся домой, и я сейчас уже начну разыгрывать этот набор. В набор входит, значит, Керамбит Градиент, Глок Градиент, Маг 10 Градиент, МП7 Градиент, ну и всякое там по мелочи то, что есть Градиент. Короче, весь набор составляет, все пушки, которые есть. Ну да, вам понравится. Короче, я сейчас перехожу в другую комнату, ну, чтобы, рюкзак все же. Ладно, короче, приятного вам просмотра. Пришел я, короче, уже сюда, и я сейчас, значит, снимаю рюкзак. Вот сейчас его беру, вот так вот снимаю. Кстати, ребят, это рюкзак Nike. Короче, я его выбрасываю, он мне нафиг сейчас не нужен. И я снимаю кепку, тоже она мне нафиг не нужна. И сейчас я иду, значит, туда, где я играю, и начинаю уже снимать данный видеоролик. Но это не совсем будет видеоролик, это будет стрим. Но я снимаю к тому же, что этот видеоролик. В общем, погнали. Так, значит, сюда я пока что кидаю вещи. Это кепка и рюкзак. Так, сейчас кепку тогда вот сюда покину, чтобы была. Короче, я сейчас буду снимать уже сам стрим, начну трансляцию. Буду разыгрывать набор и уже, наверное, из компьютера я уже покажу, как это все будет выглядеть. Короче, все. Я сейчас переоденусь и приду. Так. И смотреть. Блин, надо выключить все же камеру. А то еще свалят, потому что я в шортах. Ладно. Так, я все. Так. Ну, это со стола, наверное, можно убрать. Я не знаю, куда это деть даже. Ну, может, на стриме пригодится, я не знаю. Так, блин, брошу пока что. И рюкзак я тоже сейчас. Так, блин, выброшу. Да, даже куда. Ладно. Итак, друзья, я сейчас, значит, начинаю стрим. Я уже готов стримить. Я не знаю, как все это показано на камере. Ну, пофиг, ладно. Я пока что, я люблю всегда включать музыку и уже начинать трансляцию, так что... Сейчас компьютер включится, и я начну. Да. Итак, смотрите, зашел я, короче, в свой ВК, ну, пока что я включаю стрим, там всякое это. Слушаю, короче, песню, и тут я такой смотрю, хоба, а тут у меня, смотрите, сколько сообщений, понимаете? Это все за примерно за один день. Заявок сколько? Ну, я их принять не смогу, максимум две приму. А писем-то сколько? 400... сообщений, что такое, что это происходит. То мне никто не пишет, то тут все пишут. Блин, странно даже. Проверка активности бота. Активность бота 1. Одно сообщение кто-то всего лишь отправил. Ну да ладно, все равно круто. Зашел я такой на YouTube, сейчас буду чекать, короче, свой канал. Ну и, конечно, сейчас я все расскажу. Короче, пока что включается YouTube, я решил пожрать. Сейчас погода у меня 23, и поэтому тут тепло, поэтому в футболке нормально. Итак, давайте посмотрим, что у меня там в холодильнике. Сейчас смотрю видосик, то, что происходило вчера, как я передавал Dragon Lore сувенирный. Видеоролик вы сможете посмотреть на моем канале, и сейчас вы просто посмотрите вот вместе со мной, как это происходило, ну, с моими комментариями. Я ему отправляю. Наверное, там будет слышно, я не знаю там. Я отправил ему. И все. Я сейчас буду подтверждать. Это самый такой был трейд. Самый лучший трейд вообще за все время, которое я играю в Counter-Strike. Это был супер крутой Dragon Lore сувенирный. Я его просто так отдал на розыгрыше на стриме. Ну и сегодня почти так же то же самое будет. И
общем, вот так вот, ребят. Ладно, погнали тогда уже делать стрим, потому что здесь уже нечего смотреть. И давайте я уже тогда пошел включать стрим. Все, думаю, время пришло. Я нажимаю на кнопочку, нажимаю начать трансляцию, и включается трансляция. Все, короче, я готовлюсь в этом, в ОБС-ке, начало снимать. Уже все, сейчас начну съемку это все. Итак, друзья, представляю вам CSGO Items, такой сайт, ребят, на котором можно посмотреть всякие крутые скины, даже по PUBG. И, короче, я сейчас буду искать градиенты. Я их закуплю или поищу у себя в инвентаре. Короче, все, посмотрим. Все будет классно. Что-то здесь странно, смотрите. Здесь идет глок-градиент, маг-градиент, револьвер-градиент. И все. Из ножей нету керамбита, но я точно знаю, что керамбит-градиент, он существует. Сейчас я сотру, получается. Сейчас. Так. Ой, не туда зашел. Короче, сейчас смотрим. Так, ищу керамбит градиент. Почему-то он там не показывается в поиске. Так, керамбит градиент. Где он? Вот он. Керамбит градиент. Вот он. Смотрите. Вот такой вот я буду разыгрывать сейчас. Ну, короче, я не буду больше тянуть времени, поэтому давайте я расскажу всю суть и уже начнем разыгрывать. Пау-пау-пау-пау. Я зашел на свою основу и уже готовятся мои предметы к выдаче, а именно этот прекрасный инвентарь. Я заберу сейчас отсюда глок, я заберу сейчас отсюда керамбит градиент, и он качество прямо с завода, статрек, лучший который скин, который получит один человек, и вы узнаете, кто это через несколько минут. Все, наконец-то все готово, я уже все вывел, и сейчас вы посмотрите этот предмет. Вот этот инвентарь керамбита градиента, глока градиента, револьвера градиента, статрека, МАГ-10 градиент и МП-7 градиент из новой коллекции, сувенирный. Это очень даже круто, сейчас посмотрим его еще. Это прямо с завода, и на нем 4 наклейки 2018 года. В общем, да. И я его сегодня просто так отдам какому-то человеку. Весь этот прикольнейший набор, который здесь. Кто-то выиграет этот наборчик, и я нажму сгенерировать. Число будет здесь. И сегодня на стриме я это сделаю, так что все, наверное, с камерой надо заканчивать с этой и уже переходить именно на рабочий стол. И посмотрим, кому же это выпадет. Посмотрим. Короче говоря, ребят, через пару минут уже совсем. Сейчас, короче, начнется стрим, трансляция. Прямо сейчас уже начнется она. В общем, и сейчас я выберу этого победителя. Прямо в начале стрима я выберу этого победителя. Тот, кто получит этот набор. Я даже не знаю, что это за человек. Потому что этот набор очень дорогой. И я буду рад за этого человека, который просто так его получит. Ну, а с вас, конечно, лайк и подписка. Ну и я, конечно, уже начинаю. Итак, друзья, наступил тот момент, который вы так долго ждали и сидели на этом стриме. Я сегодня разыграю набор градиент для вас на этом стриме. Итак, чтобы получить этот набор, вам надо было репостнуть запись, поставить лайк, написать комментарий под этим видеороликом и под прошлым тоже. И написать какой-нибудь такой прикольный комментарий, чтобы мне понравился. И, блин, нет, это не обязательно было. Ну, короче,
Надо было репостнуть, потому что я буду выбирать из репостов все-таки, кто репостнул запись. Короче, сегодня я разыгрываю вот эти вот крутые скины. В них входит керамбит градиент, глок градиент, револьвер R8 градиент статтрек, МАК-10 градиент и супер штука, это сувенирный MP7 градиент. Все эти скины прямо с завода, и их получит один человек. Только один. Кто репостнул, кто давно уже на моем канале, потому что кто первый, кто только подписался на меня, те это не получат. Это получат только те, кто долго меня смотрит на канале, кто подписан уже долго, кто репостнул запись, кто лайкнул, кто написал комментарий и все то, что написано было в группе. Итак, момент настал. Сегодня кто-то из вас даже... Да, кстати, вот сейчас все смотрят стрим. Я выберу кого-то из стрима. Если вас нет на стриме, то вы не получите. Сейчас мы это все посмотрим. Сейчас кто-то этот супер набор получит, какой-то один человек из тех, кто смотрит стрим. Сейчас, прямо сейчас, кто-то из вас получит весь набор градиент, который для вас я сегодня подготовил. Весь этот набор. Вы просто представьте, сколько он стоит, насколько дорого он стоит. И мы сегодня его разыграем. Итак, тот момент, которого вы так долго ждали со вчерашнего дня. Я нажимаю кнопочку «Сгенерировать» и генерируется число. Я смотрю ваши репосты. Выбираю того, кто находится под этим числом. И отправляю ему этот крутой набор. Перед этим этот человек должен отписаться мне в ВК. Это единственное правило, так что включайте свой ВК, смотрите стрим. А ВК вы включите затем, потому что я буду ждать 5 минут, чтобы вы успели отписаться к вашу ссылку на Steam и ваша трейд-ссылка. И все. От вас требуется только смотреть стрим, поставить лайк и написать свою трейд-ссылку. Сейчас... Я подожду, пока вы все зайдете туда. И я уже сейчас выберу этого человека. Этот человек должен сейчас быть наготове. Как только я сгенерирую число, угадаю, кто это, я сразу напишу этому человеку ВКонтакте. Все, что он должен сделать, это написать мне свою трейд-ссылку, и по которой он получит весь этот набор. Абсолютно бесплатно. Я генерирую. И это 62! 62! Я не знаю, кто этот человек. Я сейчас проверю, что это за человек. Кто это? И, короче, кто это, я сейчас проверю. Я сейчас проверю в ВК, кто этот человек. Вот. Все, готовьтесь. Кто 62? Вот я вам даю время. Вы сейчас сами возьмете сейчас. Посмотрите, кто же этот человек. Кто же этот выигрыш? Я тоже сейчас все это проверю в группе. И надеюсь, все будет круто. Так. И этот человек. Этот человек. Так. Я долго придется смотреть. Так, я нашел его. Этого человека зовут Андрей. Фамилия, которая начинается на М. А кто это? Тут же сами догадались. Все на стриме показано. Андрей Минчелев. Поздравляю, ты выиграл набор градиент. И сейчас ты мне напишешь свою ссылку. Ты сейчас онлайн. Напиши свою ссылку
на обмен, и я тебе отправлю этот шикарный набор прямо сейчас. Жду. Так, все, ссылку я получил. Сейчас. Нажимаю сюда, предложение обмена. Нажимаю. Блин, залагало что-то. Подождите. Подождите. Так. Я показываю вам, смотрите. Керамбит, Глок, револьвер, МАК-10 и это. Все. Поздравляю, 5 предметов. Из коллекции Градиент, Динамит CS Money, они твои. Они все твои. Набор Градиент для тебя. Так, пишу. Ты, сейчас, поздравляю. Поздравляю. Ты победил в рандомном конкурсе. Хотя, зачем я пишу, ты же смотришь. В рандомном конкурсе ты выиграл набор градиент. Принимай обмен. Даю тебе на это 5 минут. Все. Поздравляю, ты победил в рандомном конкурсе. Ты выиграл набор градиент. Принимай обмен, даю тебе на это 5 минут. И я. Кстати, где мой телефон? Надо достать мой телефон. Хорошо. А, точно. Так. Все. Ты уже знаешь, кто ты, Андрей. И ты сейчас получаешь этот набор. И я подтверждаю его на телефоне. Проверим. Я нажимаю кнопочку. И нажимаю кнопочку. Окей. Я подтверждаю этот обмен. Я его подтверждаю. Сейчас я его приму. Подожди. Все готово! Все готово. Готово. Написано готово. Все. Я все отправил. Трейд. 5 минут. Если не успеваешь принять, то его заберет кто-то другой. Успей принять. Все. А теперь мы продолжаем наш стрим.